подхвачу цитату Александра Сладкова «Где деньги, деньги», да? Ну что ж, вот можно, наверное, ответить на этот вопрос так. Белый дом готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Это сообщил агентство Bloomberg. Данные деньги планируется задействовать в процессе восстановления Украины. Не оборонительные сооружения, а восстановления. Законопроект предоставит полномочия необходимой исполнительной власти США для конфискации. Потому что некоторые ваши коллеги утверждают, что вот это...